эти видео в соцсетях. Давайте посмотрим. Это ночные кадры, как сегодня в районе 3:30 утра случился удар по администрации города Энергодар. Мэр этого города Дмитрий Орлов сообщил, что повреждены подстанции здания исполнительного комитета городского совета. Ну а пророссийский чиновник Владимир Рогов, естественно, заявил, что это ВСУ ударили по зданию администрации из, конечно же, хаймерсов. А зачем?